Приветствую всех зрителей. В этом видео покажу вам, как можно получить большое разнообразие тем и как выбрать именно ту тему, которая вам больше всего понравится. Итак, в первую очередь в настройках мы меняем регион на Индию. Пишем в поиске настроек регион. Меняем этот регион на Индию. У меня Индия уже установлена. Вы меняете Индию и устанавливаете ее. Потом вы заходите в официальный магазин тем. В настройках. Темы. И здесь у нас становится этот магазин более расширенный, в отличие от тех регионов, которые стоят у вас, допустим, Россия, Белоруссия, Украина. Там этот источник расширений очень маленький. Там только 3 пункта. Здесь у нас их появляется 5. Например, вот Т. Можно изменить шрифт вашего смартфона. Но если этого не хотите, то можете не изменять. В этом видео мы говорим только лишь о темах. Вот вы заходите в поиск тем, можете сделать фильтрацию тем и подобрать именно ту тему, которая вам понравится. Допустим, популярные, да, вы любите темы там, где города, или там, где цветы. Или вам нужна тема под какой-то цвет, к примеру, оранжевый, там, синий, зеленый, желтый. Допустим, вот вы любите оранжевый цвет и хотите, чтобы ваш смартфон был с оранжевой темой. Выбрали оранжевый кружочек, сейчас идет подбор всех тем с оранжевыми оттенками. Вот смотрите, какой большой выбор тем оранжевого цвета. Можете выбрать абсолютно любую тему с таким оттенком. Вот смотрите, выбор какой большой. Ну вот, допустим, подсолнух выбираем, да? И теперь вот вы сможете посмотреть сверху, как эта тема выглядит в различных режимах вашего работы, вашего смартфона. Это у нас рабочий стол. Это когда мы тоже рабочий стол, когда мы листаем. Это когда у нас блокировка стоит. Ну, такая вот тема, как бы, если кому-то понравится, то можете выбрать ее и установить. Вот, допустим, другая тема, оранжевая. Вот, видите, тут другое. Тут уже ярлыки у нас такие, как шестигранники. Большое расстояние между ними, и все хорошо и удобно видно. Шторка, когда вы опускаете, вот она выглядит не так, как сейчас у меня, да? Вот такой вот, обычная шторка. Вот она будет выглядеть вот таким образом. То есть вы можете посмотреть, выбрать, если вам понравится, то можете выбрать. Это у вас как контакты, когда вы номер набираете, вот такая, такие вот будут цифры у вас. То же самое, бесплатно скачивайте, применяйте, там пару секунд и уже применяется. Или, к примеру, вам нравится тема там, где города, да, или цветы. Допустим, вот сити делаем, города. Темы вот там, где города, можете выбрать. Допустим, вот еще темы, да. Сначала новые, популярные. Выбирайте популярные. Вот какие популярные темы городов. К примеру, ну вот, вот черная тема города. Это более светлые оттенки. То же самое и листайте, как эта тема будет смотреться на вашем смартфоне. Если вам все нравится, все подходит, вы можете ее скачать бесплатно и установить. Вот такой, друзья, я сделал небольшое видео на тему тем. Есть, я знаю, ребята, которые делают отдельные обзоры на отдельные темы. Возможно, если это вам будет интересно, я смогу записать для вас это видео. Потому что интерфейс несколько может поменяться от выбора темы. Но это я сделал такое более универсальное видео, где показал, каким образом вы индивидуально сможете подобрать для себя именно ту тему, и как ее выбрать, и как полистать, и что вам понравится. Вот вы установите и скажете, да, это моя тема, буду ей пользоваться, она мне очень нравится. Если вам надоело, вы можете выбрать в любой момент другую тему, которая тоже вам будет интересна. Вот снизу вот такие темы. Есть темы, допустим, айфона, смартфона. Тоже можете выбрать, как захотите. Тут выбор очень огромный. Спасибо, друзья, всем за внимание. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Всем успехов!